мамандар біліктілігін растау мен берудің тәуелсіз жүйесін құру, бұл елбасының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей тапсырмасы. Ол президенттің жолдауында жалпыға орта еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты мақаласында және интерактивті дәрісінде берілген болатын. Бұл білім жүйесі мамандар мен бизнес арасында қарым-қатынасты түбегейлі өзгертуге бағытталған қадам. Осы тапсырманы орындау үшін әлемдік тәжірибені жан-жақты талдадық. Талдау көрсеткендей мамандар біліктілігі деген ұғым бұрыннан бар. Бірақ мемлекет деңгейінде жүйелі тәсілдер қолдау 20-шы ғасырдың соңында ғана басталған. Осы кезеңнен бастап жаңа сапалы деңгейге көшу жүйесі аса бастады. Могу повторить, что только через 30-40 лет в мире начался процесс системного влияния государства на квалификацию трудовых ресурсов. Примером может быть Южная Корея. В 1973 году там был принят закон о национальной системе технических квалификаций и поставлена задача совершить прорыв в сфере технологий на уровне стран-лидеров мирового развития. Было выбрано 7 общенациональных уровней квалификации, установлено, что переход с уровня на уровень осуществляется только по результатам независимого профессионального тестирования. Результат – рост валового внутреннего продукта Южной Кореи более чем в 100 раз и прорыв в мировую элиту технологических стран. Аналогичные подходы стали использоваться Европейским Союзом. Разработана европейская рамка квалификации как образец для национальных рамок. На их основе разрабатываются отраслевые рамки квалификации и профессиональные стандарты. Профессиональные стандарты выполняют тройную функцию, аккумулируя требования рынка труда и специалистам данной профессии. Являются основой для создания программ обучения и подготовки специалистов. Совместно с отраслевой рамкой служат базой для присвоения подтверждения квалификации специалистов. Весь этот опыт нами тщательно проработан, и можно отметить три главных вывода, вытекающих из международного опыта. Первый, что в передовых странах идет формирование общенациональных требований к квалификациям и сертификации специалистов. Второй вывод, то, что ни в одной стране ими не охватываются все профессии, охватываются только приоритетные для страны. В Южной Корее 727, в Германии 400, в Дании 123 и так далее. И все профессии законодательно делятся на регулируемые и нерегулируемые профессии. Третий вывод. Независимость системы сертификации специалистов как от учебных заведений, так и от конкретных работодателей. И охват ею всех ключевых уровней квалификации, вплоть до ведущих инженеров и руководителей производства. На основе такого анализа и выработанной новой методологии многое нами уже сделано для формирования национальной системы квалификации Казахстана, куда входит и сертификация специалистов. Прежде всего, разработана и утверждена совместным приказом Министерства и Минтруда национальной рамки квалификации. Она полностью совместима с европейской по 8 уровням в масштабах страны. На основе национальной рамки разработаны отраслевые рамки квалификации в сферах образования, труда и сельского хозяйства. Начата разработка профессиональных стандартов, они уже сформированы в нефтегазовой, туристической, машиностроительной, аграрной сферах по 118 специальностям и профессиям. Их разработка с учетом мирового опыта продолжается, в том числе в рамках совместного проекта со Всемирным банком. Для законодательного обеспечения внесены изменения в Трудовой кодекс, законы об образовании, о техническом регулировании, об аккредитации в области оценки соответствия. Определены ответственные органы за национальную рамку квалификации Минтруда совместно с МОН, за отраслевые рамки, отраслевые уполномоченные органы, за профстандарты, они же по согласованию с Министерством труда. Отраслевые уполномоченные органы также должны утверждать порядок подтверждения и присвоения квалификации. А осуществлять такое подтверждение будут специализированные организации, аккредитованные Комитетом по техническому регулированию и метрологии МИНТ.
Таким образом, основная законодательная база в сфере национальной и отраслевых рамок квалификации, профстандартов и независимой сертификации специалистов на уровне базовых понятий в законах заложена. Работа по созданию независимых центров подтверждения квалификации также начата. Методическую помощь отраслевым ассоциациям в этом деле оказывает холдинг «Каспкор». На это предусмотрены средства из республиканского бюджета на сумму 57 миллионов тенге. Разработана институциональная модель независимого подтверждения квалификации и квалификационные требования по ряду специальностей. Ведется разработка программного обеспечения для тестирования. У нас действует республиканский научно-методический центр развития ТИПО и присвоения квалификации. Сейчас он преобразуется в АО и передается в конкурентную среду. Он также готов к оказанию методической помощи в создании центров подтверждения квалификации на базе ассоциации. В качестве пилотных ассоциаций для запуска системы подтверждения квалификации на совещании у заместителя премьер-министра Орумбаева определены Казахстанская ассоциация организации нефтегазового энергетического комплекса «КазЭнерджи», Республиканская ассоциация горнодобывающих и горнометаллургических предприятий и Казахстанская туристическая ассоциация. Ими также проведена определенная работа в части подготовки проектов отраслевых рамок, профстандартов и других нормативных документов, квалификационных требований, формирования тестов, обучения экспертов и так далее. Сегодня начата работа с регионами по вопросам сертификации специалистов. В ней участвуют уже упомянутые ассоциации, а также Атамекен и РНМЦ. Имеются действующие структуры сертификации, ведется отработка методики независимого подтверждения квалификации. В этом деле есть поддержка местных государственных органов и ряда крупных предприятий на местах, что на слайде приведено. В целом сегодня в Казахстане действует порядка 20 организаций сертификации специалистов. Из них 5 организаций работают по международным требованиям. Это неплохой опыт, который может быть использован для формирования системы подтверждения квалификации в нашей стране. Поэтому главным на данном этапе является формирование полномасштабной законодательной базы для сертификации специалистов. Выступая на открытии второй сессии парламента Республики Казахстан 5-го созыва, глава государства поставил задачу принять новый закон о системе профессиональных квалификаций. При этом за основу системы подтверждения квалификации взять формирование независимых сертификационных организаций. Только так мы можем избежать локальности работы данной системы и распространить ее на общереспубликанский уровень, как минимум, в отраслевом масштабе. Это даст востребованность сертификатов крупным сегментам рынка труда. Поэтому в ближайшее время нам предстоит решить следующие задачи. Во-первых, ускорить разработку проекта закона о профессиональных квалификациях. Для этого необходимо сформировать рабочую группу. Во-вторых, официально определить перечень сфер деятельности и регулируемых профессий, где мы будем выстраивать систему подтверждения квалификации. На первом этапе это могут быть 3 сферы – нефтегазового энергетического комплекса, горнодобывающая, горнометаллургическая и туристическая. При этом нам нужно не только запустить независимую систему подтверждения квалификации в данных сферах, но и обеспечить ее востребованность специалистами и бизнесом. Поэтому также целесообразно официально закрепить положение о том, что для приема на работу и занятия соответствующих должностей по регулируемым профессиям обязательным документом является сертификат соответствия квалификации. Вплоть до сегодняшнего дня у нас действует система, когда учебные заведения не только обучают специалистов, но и присваивают им квалификации. И то, и другое фигурирует в одном дипломе и считается достаточным для приема на работу. В развитых странах это не так. Для регулируемых профессий обязательно требуется сертификат подтверждения квалификации. К такой системе надо прийти нам. Трудовой кодекс Казахстана это позволяет в перечне документов при приеме на работу, документов об образовании и квалификации фигурирует в Трудовом кодексе раздельно.
Поэтому законодательная основа для этого есть. Мировой опыт также подтверждает правильность такого шага. Это обеспечит реальную заинтересованность субъектов рынка труда в подтверждении квалификации. Тем самым данная система будет по-настоящему востребована. В-третьих, надо обеспечить в избранных сферах ускоренную разработку утверждения полного пакета законодательных документов, отраслевой рамки квалификации, профессиональных стандартов, порядка присвоения и подтверждения квалификации. Именно на их основу будет проводиться подтверждение квалификации специализированными организациями. При этом на основе отраслевой рамки целесообразно дополнительно определить при переходе на какие уровни и под уровни квалификации будут проводиться сертификации. Дело в том, что в каждой отрасли в отраслевой рамке будет 8 общенациональных уровней квалификации, многие из которых будут иметь подуровни. И мировой опыт, и уже разработанные у нас отраслевые рамки показывают, что таких подуровней могут быть десятки. Естественно, на каждом из них проводить независимую сертификацию нереально. Поэтому каждая отрасль в зависимости от своей специфики должна выработать ключевые уровни и подуровни для сертификации. Это должно быть отражено в порядке присвоения подтверждения квалификации. Все эти функции отраслевых уполномоченных органов. Соответствующим ассоциациям предлагается обеспечить создание аккредитацию центров подтверждения квалификации, их обеспечение необходимыми ресурсами, наработку тестовых заданий теоретического, практического профиля, схем и видов экзаменов или тестов и так далее. В-четвертых, необходимо, чтобы центры сертификации специалистов работали на едином методическом нормативном уровне. Поэтому вносим предложение проработать вопрос создания при Министерстве труда органа, ответственного за межотраслевую методическую координацию подтверждения квалификации. Этот же орган сможет вести национальную базу данных профессиональных стандартов сертифицированных центров сертифицированных специалистов. Наше министерство готово оказывать содействие в данном вопросе. Считаем возможность подумать и о подключении к этому делу НЭП Атамекен. В-пятых, предлагаем поручить Министерству образования разработать для регулируемых профессий новые программы обучения на базе профессиональных стандартов, а также совместно с Минтрудом и отраслевыми органами согласовать порядок подтверждения квалификации выпускников ТИПО и высшего образования по регулируемым профессиям. Это в корне изменит ситуацию с востребованностью специалистов, и они будут подготовлены по нужным профессиям и сертифицированы по требованиям отрасли. В-шестых, надо будет внести дополнение в закон о техническом регулировании и вытекающие из него правовые акты в части прямого использования терминов, закрепленных в Трудовом кодексе по вопросам подтверждения квалификации. В данном законе пока речь идет только о продуктах и услугах. К ним надо открытым текстом добавить квалификации специалистов, чтобы каждый казахстанец понимал, что именно по данному закону будет проверяться его квалификация. В-седьмых, надо разработать дополнительное постановление правительства, дополнение к постановлению правительства 29 ноября 2007 года об утверждении общих требований, предъявляемых к профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров в организациях, а именно по регулируемым профессиям внести требования обязательного независимого подтверждения квалификации работникам, квалификации которых повышается на предприятии. Это логически замкнет необходимость сертификации специалистов вне зависимости от того, где они получили или повысили свою квалификацию в учебных заведениях или на предприятии. Все это вместе взятое позволит в течение 2013-2015 годов запустить и опробировать полномасштабный пилотный проект по независимому подтверждению квалификации в избранных отраслях. Таким образом, будут отработаны механизмы системы сертификации специалистов в рамках создаваемой в Казахстане национальной системы квалификации. По результатам пилотного проекта 2015 года можно будет на системной основе расширить перечень регулируемых профессий на другие виды деятельности. Расширение данного проекта на все приоритетные для Казахстана профессии позволит совершить прорыв в новые качества профессиональных кадров. И главное, это прорыв станет прорывом станет совершенно новая система объединения интересов
на рынке квалифицированного труда, систему образования, самих специалистов и бизнеса. Именно через систему подтверждения квалификации все они станут заинтересованы в конечном результате.